Здравствуйте, ребята! Сегодня я расскажу сказку, которая называется «Поросенок в колючей шубке». Была зима. Стояли такие морозы, что ежик несколько дней не выходил из своего домика, топил печь и смотрел в окно. Мороз разукрасил окошко разными узорами. Ежику время от времени приходилось залезать на подоконник и дышать, и тереть лапой замерзшее стекло. «Вот», — говорил он, снова увидев елку, пенек и полянку перед домом. Над полянкой кружились и то улетали куда-то вверх, то опускались к самой земле снежинки. Ёжик прижался носом к окну, а одна снежинка села ему на нос с той стороны стекла, привстала на тоненьких ножках и сказала: «Это ты, ёжик? Почему ты не выходишь с нами играть?» «На улице холодно», — сказал ёжик. «Нет», — засмеялась снежинка, — «нам нисколько не холодно. Посмотри, как я летаю!» И она слетела с ёжикиного носа и закружилась над поляной. «Видишь, видишь!» — кричала она, пролетая мимо окошка. А ёжик так прижался к стеклу, что нос у него расплющился и стал похож на поросячий пятачок. И снежинке казалось, что это уже не ежик, а надевший колючую шубу поросенок смотрит на нее из окна. «Поросенок!» — крикнула она. «Выходи с нами гулять!» «Кого это она зовет?» — подумал ежик. И давился в стекло еще сильнее, чтобы посмотреть, нет ли на заваленке поросенка. А снежинка теперь уже твердо знала, что за окошком сидит поросенок в колючей шубке. «Поросенок!» — еще громче закричала она. «У тебя же есть шубка! Выходи с нами играть!» «Так», — подумал ежик, — «там под окошком, наверное, сидит поросенок в шубке и не хочет играть. Надо пригласить его в дом и напоить чаем». И он слез с подоконника, надел валенки и выбежал на крыльцо. «Поросенок!» — крикнул он. «Иди пить чай!» «Ежик!» — сказала снежинка. «Поросенок только что убежал. Поиграй ты с нами». «Не могу, холодно», — сказал ежик и ушел в дом. Закрыв дверь, он оставил у порога валенки, подбросил в печку дровишек, снова влез на подоконник и прижался носом к стеклу. «Поросенок!» — крикнула снежинка. «Ты вернулся! Выходи, будем играть вместе!» «Он вернулся!» — подумал ежик. Снова надел валенки и выбежал на крыльцо. «Поросенок!» — закричал он. «Поросенок!» Был ветер, и весело кружились снежинки. Так до самого вечера ежик то бегал на крыльцо и звал поросенка, то, возвратившись в дом, залезал на подоконник и прижимался носом к стеклу. Снежинке было все равно, с кем играть, и она звала то поросенка в колючей шубке, когда ежик сидел на подоконнике, то самого ежика, когда он выбегал на крыльцо. А ежик, и засыпая, боялся, как бы не замерз в такую морозную ночь. Поросенок в колючей шубке. Вот так. Всем пока!